Приветствую, друзья! Как поймать свою чистоту? Ну, чтобы быстрее снялся стресс, чтобы открылись творческие способности, чтобы вы лучше понимали, как осуществить свою мечту, как сделать так, чтобы желания осуществлялись, и решить вопросы, которые раньше решить не могли. Как поймать свою чистоту? Чистоту согласования психических, физиологических процессов, чтобы получилась целостность, а целостность в переводе – это здоровье, и чтобы вы почувствовали, что и как надо делать, чтобы стресс снимать, чтобы чувствовать в нужный момент вдохновение. Выходить на состояние, когда у вас все начинает получаться. Как подобрать эту чистоту? Я это уже знаю. И вам могу показать. Но только тем, кто посмотрит сначала в описании, кто я такой и чем я занимаюсь. И что у нас за школа «Человек будущего» Homo Futurus. Что мы люди из многих стран мира. Соединяемся, чтобы понять, что самые главные вечные ценности – это быть человеком, да, быть отзывчивым, сострадательным, сопереживательным, любящим, чувствовать бесценность живого. Да, и все вместе мы сила. И мы так это делаем. А только те, которые не смотрят в описании и не смотрят и не подписываются на канал и не подписались на канал Telegram, а в Телеграме есть еще платформа «Как помочь себе». Пожалуйста, друзья, все ворота открыты, как говорится, и вы попадаете сразу ко мне на контакт и задаете вопросы, на которые я сразу отвечаю, на любые вопросы, которые я знаю такое, чего вы не знаете, потому что я таким, как вы уже был, а вы таким, как я, еще пока не были. И будете тоже создавать, творить, снимать любой момент стресса, и в беге, и сидя, и стоя, и лежа, и лучше спать, и восстанавливать свое самочувствие и психологическую устойчивость. И будете дарить себе и своим близким радость. До встречи, друзья. Итак, я уже понял, как подобрать чистоту, согласование себя внутри, духовные и материальные процессы, психические и физиологические процессы, и согласоваться с обществом и понять, как всем помогать. И себе тоже. Итак, до встречи.